Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про бензиновый генератор AI Power A2000AS. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Инверторный бензиновый генератор AI Power A200AS легкий и компактный. Идеальное решение для кемпинга, коротких выездов на природу. Такой генератор обеспечит электричеством портативную технику, телефоны, ноутбуки и небольшие колонки, которые чувствительны к постоянному току. Низкий уровень шума не будет мешать вашему отдыху. Обтекаемый корпус из крепкого пластика с ручкой для переноски позволяет легко транспортировать электростанцию. Такая форма хорошо размещается в багажнике авто и не испортит вещи, лежащие рядом. Система легкого старта позволяет справиться с инверторным генератором даже необученному человеку, не требуется ручной подкачки топлива, изучения сложной системы заслонок. Достаточно заправить генератор, поставить переключатель в нужное положение и запустить двигатель, используя ручной старт. Бензиновый генератор переносной A2000AS оснащен двумя USB-розетками 1 ампер и 2 ампера для зарядки гаджетов. Стандартная розетка 230 вольт имеет защиту от влаги и пыли IP44. Современная система выхлопа, глушитель и воздушный фильтр – все для комфортного использования в любых условиях. Экономичный режим работы генератора позволяет снижать расход топлива и экономить ресурс при небольших нагрузках. В таком режиме портативная цифровая электростанция AI Power работает на одном баке дольше и производит меньше шума за счет понижения количества оборотов двигателя. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Нет индикации количества топлива. Теперь перейдем к положительным. Качественно собран. Заправлять можно прямо на АЗС. С заправкой маслом проблем не возникло. Хорошо собран. Очень тихо работает. Компактный. Завелся быстро. Все интуитивно. Экономный. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.